А пока к другим темам дня, рассчитывали напасть не на два отделения почты. Мужчины, которых задержали по подозрению в ограблении этих учреждений, возможно, планировали целую серию налетов. Как удалось остановить злоумышленников и кого подозревают в дерзком преступлении, расскажем прямо сейчас. Улов от ограбления отделений почты в машине предполагаемых преступников на дело шли в масках и с охотничьим ружьем. Причем на добычу в виде шуршащих купюр особо не рассчитывали. Есть, нету, как бы мы об этом не знали. То есть шли, будет, не будет, как бы вот так вот. То есть они оказались, значит, ограбили, вышли, сели на мотоцикл и выехали. Успех придал азарта. Мужчины закинули сети подальше. За час ограбили два отделения в соседних районах. Добычи около 300 тысяч рублей показалось мало. Но в третьем почтамте ждала неудача. Его закрыли, узнав о череде грабежей. К тому моменту на преступников объявили настоящую охоту. Блокировали дороги к населенным пунктам. На подмогу приехали инспекторы ГИБДД из Иркутска. Но охотничья удача улыбнулась местному участковому. Я свою машину загородил дорогу и сам вышел на мост. Но они ехали на большой скорости. Когда стал доставать табельное оружие, они развернулись и поехали обратно в населенный пункт. Началась погоня. Грабители плохо ориентировались на местности и заблудились. Чтобы замести следы, бросили мотоцикл и решили уничтожить приметную одежду. И тут оказалось, что на ловца бежит не только зверь, но и преступник. Проезжали по дороге, увидели кострище. Подошли к месту. Когда подопнули кострище, увидели, что догорал зеленый камуфляж, который совпадал с ориентировкой по разбойному нападению. У полицейских была зацепка, информация, что грабители пересели в машину. Ее нагнали недалеко от Черемхова. Тогда и разглядели тех, кто закинул удочку на чужие деньги. Трое жителей одного села, двое из которых уже были судимы. Если их вину докажут, на рыбалку мужчины не будут ходить несколько ближайших лет. Алена Полоненко, новости по будням.